А в остальных владимирских родниках их у нас осталось 7. В октябре проверили качество воды. Показателями химическими и бактериологическими экологи довольны. Лишь на двух ключиках на офицерской у стадиона «Торпеда» наблюдается небольшое превышение нормы по содержанию азотнитратов и по жесткости воды. На остальных родниках вода по 31-му показателю соответствует питьевой. В последнее время владимирцы особенно беспокоились по поводу двух ключиков – Леонтьевского, Намира и Казанского. Там недавно проводилась реконструкция. Вода была мутная, а на Нижней Дуброве люди замечали ржавчину и сомневались, можно ли ее пить. Экологи успокаивают – в обоих источниках вода чистая. На самом деле качество воды никак, значит, не ухудшилось. Значит, более того, когда проводятся определенные работы по благоустройству территории, то, как правило, через полгода качество воды еще улучшается, потому что родники все определенные антропогенные воздействия, значит, имеют в городе Владимире. Вот на моей памяти мы года два назад, значит, был один из худших родников в городе, родник на улице Маяковского. Постоянно там, значит, были и кишечная палочка, термотолерантные бактерии, плохие были химические анализы. Значит, этот родник находится рядом с садовым давачеством. Мы убрали там свалку, и через полгода качество воды, значит, стало фактически соответствовать вода питьевая.